Вместо грубых надписей на дверях – рассылка демотиваторов в соцсетях, сообщения и звонки с угрозами. За такие способы добиться денег от должника коллекторы заплатят 150 тысяч рублей. Штраф наложил Ленинский суд Чебоксар. Показатель сына отправили ко мне с подписью, если через час денег не будет, сын сгорит. Подобные угрозы рассылали и должнику, и его родственникам. При этом ежедневные звонки на сотовый, непристойные фото, комментарии с угрозами под всеми постами на личной странице ВКонтакте. И это за просроченную выплату по кредиту в 30 тысяч рублей. Активно и незаконно выбивали деньги коллекторы. Им принадлежат номера, с которых поступали угрозы. Теми же методами пользовалась и сама микрофинансовая организация. Проведенной проверкой установлено, что угрозы поступали от Нижегородской микрофинансовой организации, в которой заявитель ранее оформлял займ. За нарушение требований закона управлением составлен протокол, по результатам рассмотрения которого микрофинансовой организации назначено административное наказание. По решению суда микрокредитная компания заплатит штраф 50 тысяч рублей. У коллекторов же сумма в три раза больше.